Как видно на этом ролике, боевики стараются овладеть секретами производства химического оружия. Оно им нужно не для того, чтобы победить действующую законную власть, а для того, чтобы уничтожить мирное население за несогласие жить по их правилам. При зачистке очередного дома сирийской армии были найдены вот такие химические вещества. Мы на самом деле не знаем, для чего они используются, но видно, что этикетка говорит о том, что вещества токсичные. На одном из видео боевиков, выложенном в интернете, они травят кроликов, пытаясь сделать самодельное химическое оружие. Мы знаем, что в Дарае танкисты раньше жаловались на то, что на танк сбрасывались какие-то емкости, и потом они плохо себя чувствовали после этого. Вот сейчас мы попозже мы выясним, для чего эти медикаменты использовались и почему они валяются здесь.